Спайк, кстати, я недавно выбил Спайк, надо до него еще тоже трезво посмотреть, на какой он хорош, на какой он плохой. Так, следующий Яши. Ух ты ж, ё-моё. Ребята, с вами я, Ванюша, и сегодня мы будем играть с вами в Бравл Старс. Это моя вторая серия вообще на всем канале про Бравл Старс. Вот, и сегодня мы будем с вами играть и смотрим на обновления всякие. Я не знаю, может быть, я буду продолжать играть в Бравл Старс, потому что если эта тема, конечно, залетит, так что пишем комментарии, лайки ставим, только потом, чтобы я понял, что именно долетит. А так, я играл сам, но потом я решил подождать, потому что возвращение ящиков, вот поэтому я не играл в Бравл Старс во время портстар, вот ведь я нажимаю, и не ошибаюсь. Поэтому появились ящики, решил записать ролик, потому что тут залетает, конечно, сейчас ого-го, как много. Так что нажимаем, сейчас смотрим, просто забираем обновления всякие. Так, господи, у меня тут, конечно, как всегда, не все в нормальных ситуациях, поэтому может немного лагать, но да ладно. Я надеюсь, это самое главное, чтобы было интересно, а не как качество видео. Самое главное, чтобы было интересно, так это я не буду пока добирать. У меня 472 гема, я не донатил, а то вообще не донатил, потому что я сейчас даже не знаю, как донатить. Так, бесплатный мега ящик, добираем, ребята, что у нас там может быть, догадки. Я уже не знаю, как это нормативно, чтобы были предметы, 10 предметов, ребят, я не знаю, 7. А, это фул. Был на скин. Так, выбираем сразу, ничего страшного. Кольт. Скин на рок звезда. Выбираем сразу. Следующий. Динамайк. У нас рок майк, да, такой. А, нет, старый конвой. Хорошо, следующий. Рико. Так, а зараженный. Зараженный. Господи, буквы Ё, зараженный. Зараженный. Крепё. Пишет, один что-то не пишет. Так, значки, значки, это интересно, но не для меня. Много скинов, 4 скина и 3 легендарных значков, 2 гема. Кстати говоря, да, меня удивили, честно говоря, хорошо, да, это хороший подгон, скажем так. Так, дальше, дальше, звездная сила не нужна, очки, давай это забираем, подарок дня. А дальше, что у нас, Белли, да, плюшевая, Белли, у меня повторяется буква Э, как на французском языке. Так, дальше, давай посмотрим, что у нас особая акция. Бравл Пас так не купишь, потому что тут теперь у нас за 288 рублей, либо за 963. Это, конечно, да, с ума сойти, потому что раньше можно было купить за гемы. Я хотел им это делать, ну да ладно, ничего страшного уж. Так, давай-ка открываем это тоже, открываем. И что у нас сверхредки? Сверхредки очень редкие, с ума сойти. Монеты, хорошо. Квесты у нас на квесты дня, я надеюсь, квесты я буду сам делать, потому что здесь, конечно, невозможно делать. А здесь я хочу посмотреть вот это, что это означает, открывать мега ящики, чтобы получить бесплатно. 1 из 10, где еще 9 мега ящиков мне взять? Нужно именно вот так, 12 раз, либо купить ящики. Давайте вот это возьмем. Собирайте ветные жетоны, побежав в событиях, циклонки жетоны, чтобы получить бесплатный ящик. События. Что у нас до события? Это. Еще вот это я слышал, есть события. А, вот здесь нокаут. Короче, давайте мы с вами поиграем с вами события. Есть новая классика. Я пришел не с миром. Рика не с миром, хорошо. Есть у нас зеркало, зеркальный матч и барабанная дробь. Давай-ка первое начнем. Давай с Леоном, нормально. Будет Леоном. Отлично, ребята. А, ой, я не здесь. А, здесь автоматически Рика. Ну, ничего страшного. Сегодня у нас получается какой-то день рождения Рика, наверное, да? Да вот этого есть. Первое шибанули, второго давай. Да вот этого, давай. Так, аккуратнее. Меня это не обижает. О-о-о, еще раз меня прибьют, да? Или нет? Повезло, 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 скажем так. Вот так вот нужно как. Идеально, идеально. Что от этого нужно? Алабуд, это еще что такое? Кэ-скюса-кюса-кюса. Забирай, давай. 3, 4, я тебя защищу у него. Ах ты ж, гад, а. Давай. Господи. Давай. Нет, ну понятно, 2, один и тот же персонаж. Это бессмысленно, по количеству выигрывается. Так, понравилось? Нет, конечно, ничего не понравилось. Так, звездный игрок, муа-муа-муа. Я звездный игрок, хорошо. А я не получаю, получается, да? Получается, что я не получаю. Чтобы получить, нужно выиграть. Ага, сейчас, подойди-ка, я хочу посмотреть, взять Рико. Так, где у нас тут рикошетик? Взять. Давайте, так как его день, давай мы его обновим до хотя бы до 7-го, вот так вот, опля.
Нормально. А, теперь у нас гаджет. Ничего страшного. А, что, что, что? Скины, скины. Какие у него... Хорошо. Давайте, чтобы один раз еще раз так не делаем, и потом. Давай посмотрим барабанную дробь. Что это означает? Что это такое? Мне прям интересно просто для себя. Погон Пока. Теперь Поко. Угу. Обычно я Поко называю попой. Ну да ладно, дойдет сегодня. Интересный факт, что у меня вот это все значки с Нового года. Это то, что Нового года все значки. Мега ящик. Жиловатенько будет уже был. Здесь получается что? Здесь получается до убийства ты получаешь это, да? Спайк, кстати, я недавно выбил спайк. Надо до него еще тоже достирываться, смотреть, на какой он хорош, на какой он плохой. Так, следующий Яши. Ух ты ж, ё-моё. Я ж не затестил скины-то, ребят, надо было посмотреть. Скинчики. Ну, значит, легко. Так. Бум. Так, 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 аккуратнее. Давай, 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 не быкаешь на меня. Давай, 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 давай. Алуи! Али! И? Давай-ка, бьем. Отлично, следующий надо Рико. Так, хорошо, давай-ка тебя. Ах, ты ща промахнулся. Так, место 3 из 10. Ну, если тут пол, конечно, тут невозможно играть, ребята. Закончили. Хорошо, я надеюсь, у меня, как бы, получается, я не убавляю скины, да? Получается, как остается, так и остается. Ну, давай. Да. Четвертое место из 10. Ну, четвертое место считается, конечно, хорошим местом. Так, отлично, выиграть 5 боев с кактусом, то-то-то-то-то-то-то. Хорошо, я получаю за это или нет, я просто не пойму. Здесь получается нет, я не получаю, к сожалению, я не получаю это. Я не знаю, а какое, какие там условия имеются в виду, именно чтобы получить это. А, нет, я получил. Да, я получил. То есть нужно просто испытать. Я, кстати, хочу пробный матч с тренировкой. На тренировке я хочу испытать этого Рико. Может, мне ему не понравится, мы не будем забирать. Хочу посмотреть, что у него там такого. Раньше можно было посмотреть, что у него изменяется, а сейчас что. Итак, во-первых, давай-ка, что, чем пыляется? Он, конечно, алмазами. Дальше, ультушечка у него, большой алмаз. Ух ты, вот это мне вообще понравилось, конечно. Так, дальше, это что он делает своим? А, это мощность просто прибавляет, боже, я вспомнил. Хорошо, все больше, ну, в принципе, да. Скин, ну, скажем так, ну, нормально, я думаю, он такой, с алмазиком, такой подобный. Идеально, ребят, просто идеально. Давайте когда еще раз попробуем с вами с Риком поиграть именно... Захват скептал. Матч получится, я не знаю. Отлично, начинаем мы с вами матч. Я надеюсь, что я выиграю, ребят, реально. Потому что я хочу получить эту звездную. Я не знаю, в чем у нее актор. Не, я имею в виду, в том числе, вот бросить такое. Я, как бы, игрок с 18-го, может быть, года. Ну, короче, в легендарные годы я играл в Brawl Stars, который это было реально трендом. И я понимаю, что это вообще такое, и то-то-то. А новички, короче, не знаю, когда там играют, там, я не знаю. Так, минус один, такой мощный единица, мощный единица. Конечно, я просрал этот момент, хороший. Так, давай-ка вот это тебя, вот это, щик. Первого, давай, второго. Ах ты ж хитрожопый, ах ты ж. Красная команда, обратный отчет у нас появился. Это очень плохо. Т-маль, очень плохо. Господи, еще раз попробуем. Новый матч, уже третий раунд за игру, потому что я так понимаю, что я самый ужасный игрок. Так, отлично, вот здесь, давай-ка. Так, минус один, хорошо, на него улица появилась, к сожалению. Сейчас в итоге шанс, вот так вот, первый, отлично, давай второго, быстрее, пацаны, пожалуйста. У нас есть с вами такой хороший шанс от выиграть, потому что, получается, у нас команда не очень-то сильно хорошая, получается, у врагов. Нет, получается, если бы мы вот так и сделали, как-то хитрожопо, знаешь, получилось бы у нас выиграть. Третий раунд проигран. Четвертый пробуем. Так, отлично, минус один сделали наконец-таки. Сейчас пока что мы выигрываем 5-1. Счет. Так, отлично, давай. Так, все, валю. Быстрее. Моё. Боже мой, у меня 3 кристалла было. Теперь даем всем по мощности. Отлично. Вот здесь, конечно, вообще идеальный шанс. Так, давай. И все. Опа, идеальный шанс, поехать домой. Все, идеальный. Пацаны, помогите мне, пожалуйста. Ах ты, пацаны, я взял вот это вот все, и этим мы сейчас не проиграем. Мы проиграли. Вот идеальный шанс был, просто идеальный. Над всеми.
Давайте. Вот иди. Че я на левую клавишу мыши-то нажимаю? Мне на правую надо. Боже. 4, 3, 2, 1. Нет. Что ты делаешь? Нет, давайте, пацаны. А счет заново. Да не надо все кристалл, мне буквально 10 достаточно даже. Боже мой. Уже 24 кристалла. Это уже капец как много. Так, одного домочили, еще надо одного получается. Я был прав, что мы проиграем. Просто проиграем. Еще раз. Уже не пойму какой раз. Сразу стреляем в опор быстрее. Уже 3-5 раз уже вроде, мне кажется. Нет, я могу уже ошибаться. Муська. Муська-пуська, да? Пуська-муська. Ну куда? Ну да. Да почему у меня управление вот это вот все ужасно полноценно? Так, отлично, вот первый, вот второй, давай. Сейчас я почижу в кустиках, осилюсь. Так, отлично, минута. Ты ж муська. Есть, идеально. Я надеюсь, ты сейчас на телефоне играешь, а не на компьютере. 2, 1. 16 кристаллов могли бы получить, уже 17, вот здесь еще один кристалл, уже 17. 15 кристаллов, ура, наконец-то, уже с пятой попытки, хоть не я звёздный игрок, но с пятой попытки я всем уже на сборну дал. Прогресс квестов, ну, 4, пройденных квестов 0. Хорошо. Но до этого у меня тоже пройдено было, вот уже 1800. Многовато. И у нас звёздная медаль получает, ура. Давайте следующее. Я хочу получить абсолютно все. Так, дальше у нас получается вот здесь нокаут и хват кристаллов. Давай нокаут возьмем. А там я надеюсь любым игроком. Хотя какая там карта обычно? Я даже не знаю, давайте Леона возьмем все-таки уж. Можно, конечно, Эмд. Я думаю, Эмд будет тут вообще классно. Какие у нее скины? А, только два скина. Скина. Отлично, погнали. Я не пойму, ребят, у меня сейчас на аккаунт что? На аккаунт невидимо видели, что получается? Я просто не вижу, почему над не видно. Вот это меня удивляет, конечно, ну, да ладно. Видимо, специально тут делали именно вот так вот. На аккаунт очень, там же одна попытка дается, господи. Раунд проигран, первый раунд невидимым на аккаунте проигран. Хорошо, второй раунд переходим. Так, ой, я привык, что я Леон, господи. Так, давай, вот это... Тушим, травим, я не знаю, что-то делаем. Это просто невозможно, ребят, реально. У нас невидимый нокаунт, вообще классно, конечно. Еще и кубки сливаются, я там забыл про это. Кстати, давайте вот сейчас попробуем еще раз поиграем с вот этим спайком, который я не играл, я прокачал 9 силой. Хочу попробовать хоть что-то сделать, надеюсь, нормально. В захват кристаллов. Поиграем вот первый раунд. Просто погнали играть. Конечно, мне только не жалко в том, что если он проиграет, потому что кубки не сольется. Но невидимые кристаллы я тоже не особо-то люблю, честно говоря. Так, вот сюда кладем. Давай. Куда ты подойдешь? Ну давай. Единственный минус пайка в том, что у него, конечно, мало хпшки. Это крайний минус. Это меня очень сильно бесит. Так, опа. Давай. Вот сюда. Ну, он мощный, но и слабый получается. Получается как-то вот так. Так, отлично, вот здесь полетели пистолеты. Так, давай-ка забирай его, это вот это вот все. Вот, если не забываю этого персонажа, зовут Ева. Будет интересный момент, и я буду, наверное, все-таки снимать на видео, как сейчас. Есть долететь, как говорил ранее. 10-12 алмазиков. 15 секунд еще. Вы идите, короче, пацаны, я вот этих... закончу, поговорю с ними, господи, конечно, кое-как я вижу. Почему у меня не шевелится? У меня единственный вопрос, почему у меня не шевелится? Я вот рычаг дергаю, а он не шевелится у меня. Вот как может так? Отлично. Короче, да, победа, 8 кубальчиков, а выиграть там тут то, но это я понял, да. Короче, вот такой, опа, оцени Brawl Stars. Так, потом мы оценим Brawl Stars. Вот. Короче, хочу сказать, нужно играть еще 13 дней у нас есть, чтобы вот это мы могли выиграть, то-то-то, вот. И скин получить надо было изначально, как появлялось это событие, и играть, скажем так. Короче, предлагаю с вами на этом закончить, удачи, спасибо всем, пока!